Поэтому, да, пора начинать план. Надо по-бырому, короче, сейчас доступ получить при помощи токена, который сейчас есть. Надеюсь, она его не поменяла. И как раз-таки я смогу уже получить тот токен, который она как раз-таки поменяла. Типа, вот был первый токен, я вот получил доступ при помощи этого токена вообще к самому боту и могу посмотреть следующий токен, который она ресетнула. Типа второй токен, при помощи которого можно будет зайти на бота и удалять и все нахуй.